Хочу показать вам интересный бой, который у меня получилось доиграть со своим союзным бачатиком. Отыгрывал на объекте 23-м. Вижу, что ситуация плачевная. Уже пропушили наше СТ направление. И нужно помогать разбирать от этого чифтейна. Бабаха по мне уже откадешилась. Поэтому есть возможность еще одну плюшку дать. Я считаю, что после ребаланса 10-3 танк однозначно заигрался. Потому что ему дали урон в минуту 4000. Так еще и зашили борта. И самое главное, капот. Да, есть маленькая планочка, в которую все равно пробивает. И сейчас вы это увидите. Пытаясь пвпшиться с чифтейном, главное не получить от Яги. Наша самая уязвимая зона — это его НЛД. Пушка немножко косоватая. Также всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Получилось танкануть. Выдаем еще одну оплеуху. Главное, чтобы не забрал. И не забирает у нас. И нужно уходить с этой позиции. Потому что бачатик на дистанции. Я переехал через кустик. Он разобрал уже практически бабаху. И тут однозначно нужно просто их добирать. Заходим в корму и еще и чертенчик. Какие пушки.